В Московской области в полном объеме завершили укладку асфальтобетонного покрытия в 8 муниципальных образованиях – Бруницах, Серебряных прудах, Жуковском, Ивантеевке, Ступине, Шаховской, Электрогорске и Латошине, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В этих муниципалитетах отремонтировано более 150 дорог. На территории 8 городских округов завершен ремонт дорог, предусмотренной программой этого года. Так, в муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие – на 151 участке протяженностью 165 километров. Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1500 дорог длиной и протяженностью 1900 километров, что составляет 80% от общего плана ремонта дорожной сети в 2019 году. Работы продолжаются на 228 автомобильных дорогах, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Также укладку покрытия в полном объеме завершили на региональных дорогах в трех муниципалитетах – в Королеве, в Сергиевом Посаде и в Мытищах. В Подмосковье ремонтные работы на региональной дорожной сети ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году, согласно программе, отремонтируют 471 участок региональных дорог общей протяженностью более 1600 километров. Всего асфальтобетонное покрытие заменит почти на 2000 дорог протяженностью около 2500 километров. Из них по итогам голосования на портале «Добродел» включены более 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципальных образованиях более 50% планов ремонта в этом году составлено по предложениям граждан.